Оба. Привет, с вами доктор Влад. Ну, как я и обещал, я покажу вам сегодня вечный салат. Вот, очень простой и, ну, мне кажется, вкусный, жене тоже нравится. Почему он вечный? Потому что туда можно докладывать и докладывать и докладывать, и ни черта с ним ничего не делается. Докладывать, кушать, докладывать, кушать. Вот он у меня в баночке, да? Вот он. Этот салатик. Вот, из чего он делается, я сейчас вам покажу, а потом в баночку доложу. Нужен красный лук, да? Сейчас я его почищу. Салат очень простой, поэтому я сегодня все процессы буду показывать. Лук я обычно чищу так. Я вот сразу его режу пополам. Вот, а потом уже, ну, как-то так, мне кажется, удобнее. Опа. Та-та-та-та-та-та-та, за туманом, за туманом. Ребята, у меня песни самые разные. Порой какие-то очень даже странные. А раньше я почему не делал? Да потому что у меня жена все время толпилась на кухне вот эти дни. Я даже не знаю почему. Что-то такое с ней случилось. Вот она здесь что-то разбиралась. Женщину на кухню пустить и все. Вот она будет там целый день. Что-то делать. А придешь, да, что пожрать. А вот вон вчерашние котлеты наешь. И все. Что женщина делает на кухне, для меня всегда загадка. Или придешь, скажешь, ну дай вот щи, да, ты говорила, щи будут. Ну вот сейчас, еще полчаса, они готовы. Странно, правда, любые щи можно сделать за полчаса. А тут еще полчаса дождаться надо. Какой-то странный лук. Немножко подсох он, да. Давно лежит. Ну вот так вот, самое то. Хватит, наверное, одной луковицы. Значит, вот на половинке, да, потом вдоль. Вот так вот вдоль. И, ребята, крупными кусками. Ну, сравнительно, конечно, крупными. Вот как-то так. Даже это еще мелковато получается. Вот. Жена сказала крупными. Это она у меня. Ну, вот сюда вот. Это она у меня придумала. Наверное, посмотрела мой ролик насчет афганского салата. И решила сделать что-то такое, но по-своему. Это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил, ты пойми, что это остро, очень остро. Острый ножик, хороший. Он еще с пилкой. Ну и хватит на сегодня, да? Ой, что я мучаюсь? Для чего вот такие вот штуки? Вот так вот раз, да? И все сюда сбрасываешь. Раз. Красный лук порезали. Теперь сыпем сюда соли. Ну, по вкусу, конечно. Жена особо соль не любит, а я люблю. И, ребята, перемешиваем руками и заодно раздираем то, что у меня тут не раздралось еще. Ой! Улетел. Собачьи сидят. Вот так вот. Вот прям вот немножечко так вот его, чтобы оно разодралось на кусочки. Вот так вот. Раз, два, три. Опс. И зачем с тобой было нам знакомиться? Не забыть теперь вовек мне взгляда синего. Ты всю ночь не спишь, а в окна моя лунница. Ветер северный, умеренный до сильного. Ох ты, у меня слюна потекла. Мне еще до обеда, ой, 2 часа 23 минуты и 16 секунд. У меня все. Это как сколько до отец до тещи. Ну ладно. Там он еще сам развалится. Так, значит, я кидаю его вот сюда вот. И сейчас будем доливать. Вот что самое главное. Видите, здесь жишка? Жишка. Вот эта жишка, это самое главное, ребята. Лук красный, вот не идет белый совершенно. А красный идет хорошо. Да, так я и подозревал, что хватит одной луковицы. Упс. Все,
все сюда скинули, да? И вот теперь смотрите. Во! Нужен вот такой уксус. Называется он Джа Русса. Продукт of Italy. Мне все спрашивали, у вас тут что, тоже китайские продукты? Ну, наверное, есть китайские, но я что-то не видел. Бальзамик винегар of Modena. Модена — это область такая в Италии. В общем, это итальянский уксус бальзамический, ребята. И он темненький. Оно и бутылка темненькая, и он сам темненький. Я вот сейчас полью, чтобы вам было заметно. Еще не откроешь его, он тут со всякими резиночками. Вот так вот наливаешь. Вот. Вот видите, он темный. Ребята, здесь все важно. Здесь всего три компонента. Лук, этот самый винегар, вот этот вот. А все, да, заканчивается. Ну ладно, чуть-чуть оставлю. Вот, и вот этот вот уксус бальзамический. Вот сейчас я прям пальчик. И у меня руки чистые, ребята. А у меня всегда руки чистые. Кто-то смеялся: доктор, вы, наверное, все время руки моете. Я говорю: а что, откуда вы узнали? А говорит, все доктора постоянно моют руки. Да, я все время мою руки. Ну, с собаками, когда поиграешь, всегда мою руки. Пройдешь просто так, тоже помоешь руки. А вдруг пыль какая-нибудь села? Не полагается. Я должен быть всегда готов, что ко мне поступит больной. Ну, правда, особо так не поступает, но привычка осталась. Ну, вот и все. А, можно было бы и второй запихнуть, но мне просто в лом. Вы все поняли, да? Ребята, очень-очень вкусно. Я вас уверяю. Закрываем, кладем в холодильник. И я каждый день перед обедом чук-чук-чук-чук вилочкой. Ребята, это отпад. Ну, вот именно нужен бальзамический вот такой. Ну, может, не итальянский, или где там еще их делают, да, именно бальзамический уксус. Вот тогда самый вкус. И красный лук. Всего хорошего, до свидания. С вами доктор Влад. И зачем с тобой было нам знакомиться?